Из 7 тысяч желающих поступить в СГУ, 1200 уже зачислены. Продолжается прием на заочную форму обучения в магистратуру и аспирантуру. География студентов говорит о большой популярности вуза. Студентами Сочинского госуниверситета стали представители 47 регионов России и 15 стран мира. Я слышала раньше об этом институте, и как бы в Сочи город туристический, и факультет у меня сервис туристических агентств. Ну и поэтому выбрала именно этот вуз. Очень рада, что сюда поступила. Я думаю, что именно этот вуз предоставит мне полной возможности просто раскрыть себя. А у студентов СГУ действительно большие возможности. В этом году он начинает работать в новом статусе опорного вуза, то есть готовить высококвалифицированных специалистов для региона и участвовать в его развитии. На сегодняшний день уже подписано много интересных соглашений со стороны университета, в рамках которых будут выстраиваться и образовательные программы, и также научная деятельность. Это соглашение с Леонтьевским центром, с правительством Кабардино на Балкарии, сейчас готовится соглашение с группой в отель из Франции. Мы ожидаем большую делегацию для того, чтобы реализовывать программу двойных дипломов. Сегодня молодежь приветствовали представители университета из Северной Аризоны. Они приглашают весной лучших студентов СГУ на бюджетное обучение на один семестр в Америку. Поедут наши ребята на курсы в Южную Корею. В Сочинском госуниверситете много лет действует программа по обмену студентами. Такое международное сотрудничество активно поддерживает депутат Госдумы Константин Затулин. Надеюсь, что в ближайшие годы Сочинский университет будет набирать обороты и становиться уже по традиции, по устойчивой традиции, центром притяжения для ищущих молодых людей. А студенты СГУ в этом году примут участие в качестве волонтеров во Всемирном фестивале молодежи и студентов. На следующий год будут задействованы в чемпионате мира по футболу. На базе СГУ также пройдет российско-казахский, российско-абхазский форумы «Школа лидерства». Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.